Всем доброе утро. Мы на даче. У нас выходной. На улице погода классная. Ветерок. Градусов 20, наверное, сейчас. Давай. Пойдем курочек выпустим немножко. Нет, мы их выпустим и будем играть. Тебе не жарко оделся? А яички? Яички посмотрим. Лорд. Ну, дай им выйти-то. А, смотреть. Лорд. А я подожду. А там курочка сидит. Там курочка сидит еще не. Да? Да. Ну иди, зайди, посмотри. А тут какашки. Потихоньку. Где? Ну вот голову просунь куда-то, пожалуйста. Ну там вдалеке, видишь? Трава мокрая после дождя. Ух ты! Уже пора стричь траву. Вон уже какая большая трава выросла. Курочка вылезла у нас. Ну пока еще рано. Три яички пока оставим, возьмем попозже. С Исламчиком укладываем дрова, которые остались еще с прошлого раза. Давай аккуратнее. Блин, что это мне около уха? Ну я кумал. Не снимешь Олимпику, не жарко тебе? Вот оно. Привет. Давай еще. Там гвоздей нету. Аккуратно. Всем привет еще раз. Всем привет. Ездили мы в город по делам. Заехали к сестренке. Немножко погостили. Сварила она вкусный борщ. Угостила нас борщом. Спасибо ей. А сейчас едем мы домой. Погода у нас разгулялась вроде как. Ну, дождик то есть, то нет. То идет, то не идет. Вот.
Новостей вроде таких нету. Мы скоро в отпуск. Через недельку, дай бог. Ты помнишь, через неделю? Ну и ты тоже. Ну и у тебя через 10 дней. Ха-ха-ха, разница чувствуешь? Два дня, три дня. Исламчик вроде тьфу-тьфу-тьфу выздоравливает потихоньку. В общем, в садик ходить ему вообще нельзя. Сходит в садик и все, сразу кашляет начинает, чихает, сопельки появляются. А как дома, все хорошо, слава богу. Приехали мы на участок. Накормили собак, накормили курей. Ты где? А, вот ты где. Перевезли еще досок. Это вот первая партия. Это мы уже когда, недели две тому назад перевезли все. И сегодня вот еще перевезли досок немного. Вот. 12 штук. Но это еще не все, надеюсь. Оставайтесь, друзья, с нами. Скоро, совсем скоро у нас начнется вот здесь строительство второго этажа. Все-таки надо уже начинать. Лето наступило, тем более скоро отпуск. Нужно вот это, вот это, вот с этим что-то нужно делать в любом случае. С нами. Всем спасибо за поддержку. Всем пока-пока. До новых встреч.